Газпромнефть «Ноябрьскнефтегаз» перевыполнил план по добыче нефти за первое полугодие 2013 года. Добыча составила более 3 миллионов 360 тысяч тонн, что на 74,5 тысячи тонн больше установленного плана. Дополнительные тонны к бизнес-плану удалось добыть за счет успешного выполнения геолого-технических мероприятий. С начала года введено в эксплуатацию 48 новых скважин, что на 16 больше запланированного. Всего за полгода проведено 182 геолого-технических мероприятия. Эффективная работа с трудноизвлекаемыми запасами позволяет не только сохранить темпы нефтедобычи, но и нарастить объемы. Так, в июне впервые в «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегазе была запущена горизонтальная скважина с проведением 8-стадийного гидроразрыва пласта. Уже сегодня мы применяем многостадийные ГРП на зарезках вторых стволов. Дебет скважин, подвергнутых МСГРП, увеличился в 2-3 раза, отметил генеральный директор «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегаза Павел Крюков.